Уважаемые коллеги, доброе утро, мы начинаем наш вебинар. Напишите мне, пожалуйста, хорошо ли вы меня видите и слышите. Так, я вижу уже плюсы. Если можно, напишите, пожалуйста, откуда вы нас слушаете, потому что всегда, во-первых, приятно знать откуда. Во-вторых, бывают общие знакомые, приятно очень видеть именно тех, кто приходит не впервые на вебинар. Вот уже видно несколько человек, с которыми мы знакомы, кто к нам приходит на вебинары периодически. Итак, у нас Тамбовская область, Ярославль, Мариэл Республика, Иркутская область, Архангельск, Московская, Брянск, Москва, Советская Гавань, Киселевск. Замечательно. Находка. К нам присоединился Дальний Восток. Ну, у вас уже совсем, наверное, вечер, да? Ну что ж, коллеги, давайте мы тогда начнем вебинар, но я хотел бы начать вот с чего. Я хотел вас поздравить с нашим самым большим, наверное, праздником, с Днем Победы, и пожелать вам побед в работе, а вашим ученикам побед на экзаменах. И вот об этих победах, о том, как обеспечить эти победы, мы как раз с вами поговорим. И вот очень приятно, коллеги, пишут Петербург. Я действительно буду в Петербурге проводить семинар в понедельник. Информация есть на englishteachers.ru. Так что, коллеги из Петербурга, буду очень рад с вами увидеться и вживую. Нам есть о чем поговорить, есть очень интересные вещи. Комсомольск нас слушает замечательно. Ну что ж, коллеги, тема вебинара, я думаю, вполне понятно звучит. Что нужно учесть в ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку в 2018 году? Last Minute Tips. Почему Last Minute Tips? Потому что на самом деле мы будем говорить о том, мы будем говорить о том, что можно успеть еще сделать. До ОГЭ и до ЕГЭ времени осталось совсем мало. ОГЭ 25 мая, 26 мая основной этап проходит, и резервный день 23 июня. Но мы с вами рассчитываем на то, что, конечно, наши с вами ученики справятся в основной этап. И по ЕГЭ основной этап чуть-чуть позже, но буквально на 2 недели. 9 июня устная часть, 13 июня, 18 июня письменная часть, здесь в зависимости от региона, и резервные дни 27 июня. Я уже не стал писать осеннюю волну, это для выпускников прошлых лет, которым надо для вузов сдать еще что-то. Но совсем мало времени осталось. Поэтому, коллеги, мы когда готовили этот вебинар, планировали, мы поставили такие задачи. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, поскольку у нас новая площадка для вебинара выглядит немного по-другому, то вы можете увидеть, что у кого-то из вас изображение лектора может заезжать немножко на слайды. Вы можете его передвинуть. Для этого, если у вас открыт одновременно и чат, и изображение лектора, вы можете в чате нажать стрелочку вот в самом верху. Чат исчезнет, но у вас будут все равно в углу экрана всплывать последние сообщения. Вы всегда сможете вернуться к чату. А мое изображение тогда переедет направо, и все слайды будут открыты. Но, тем не менее, коллеги, значит, какие у нас задачи вебинара? Посмотреть на те самые тонкие моменты, то, что по-английски называется fine-tuning, о которых еще можно предупредить учеников, и которые могут принести дополнительные баллы, либо, не знаю, о которых можно срезаться, к сожалению. Плюс я хотел бы предложить некоторые возможности для самостоятельной дополнительной подготовки учеников государственной итоговой аттестации и для ОГЭ, и для ЕГЭ, где какие материалы взять. И, наконец, очень коротко посмотреть на некоторые возможности, которые можно будет в следующем учебном году использовать. Потому что я уверен, что у нас есть среди слушателей и те учителя, у которых ученики сдавать ОГЭ и ЕГЭ будут сейчас, у кого-то будут в следующем году. То есть эта работа бесконечная. Но поскольку она бесконечная, то всегда можно полезные вещи посмотреть и на следующий год. Поэтому, коллеги, вот наша задача, давайте попробуем их выполнить. Поэтому вебинар у нас довольно короткий сегодня получится. Я надеюсь, что мы в 60 минут точно уложимся, и в конце будут сертификаты для всех. Итак, коллеги, я не буду подробно анализировать все задания ОГЭ, потому что в прошлом году я проводил вебинар, который так и назывался «Готовимся к ОГЭ Last Minute Tips». Презентация есть на форуме, видеозапись тоже есть у нас на форуме и на нашем видеоканале на YouTube. На YouTube найти очень легко. Заходите на YouTube, набираете в поиске одним словом без точки «EnglishTeachers.ru». Без точки, еще раз, и все тогда видео перед вами появятся. Вот, поэтому сегодня в вебинаре мы рассмотрим именно те места, где есть тонкие моменты, которые можно еще поправить. То есть мы посмотрим на типичные ошибки и на тонкие моменты личного письма. Потому что в этом как раз самая большая проблема бывает из-за некоторых инноваций, которые стали появляться в экзамене. Я напомню коротко. Личное письмо. Надо ответить на письмо стимул и вопросы в этом письме. Надо соблюдать неофициальный стиль и формат личного письма. Это мы все с вами прекрасно знаем. А вот что это за тонкие моменты? Давайте обратим внимание вот на что. Ну, конечно же, дети знают, что в личном письме нужно, чтобы был и адрес автора, и дату пишем под адресом, и обращение мы пишем на отдельной строке.
И это тоже важно. Некоторые дети пишут, как по-русски бывает. Там дорогой такой-то, запятая, и на той же строчке продолжает. Надо на отдельную строку. А вот здесь дальше обязательно нужна ссылка на предыдущие контакты. В задании этого нету, а в критериях оценивания это есть. Причем с предыдущими контактами как раз проблема-то и начинает возникать именно в этом году. Сейчас мы про это поговорим. Нужно ответить на три вопроса из письма стимула. Обязательно надо напомнить о дальнейших контактах. Плюс должна быть еще завершающая фраза и подпись на отдельной строке. Вроде бы все довольно понятно, но тем не менее вопрос возник с предыдущими контактами. Этот вопрос важен и для ЕГЭ, и для УГЭ, поэтому я сейчас его упомяну в УГЭ, а в ЕГЭ чуть подробнее поговорю. Вот, но мы, как правило, обходились фразой. Например, «Спасибо тебе за твое письмо». «Thank you for your letter». Но в этом году члены экзаменационной комиссии стали обращать внимание вот на что. В критериях-то во множественном числе контакты стоят, да? А мы пишем «thank you for your letter» – один контакт. На мой взгляд, это не очень важная разница. Но, тем не менее, раз в критериях так написано, то стали говорить о том, что нужно, например, или написать «thank you for», или «thank you for writing to me again», то есть слово «again» использовать, либо какой-то еще форме можно написать. В ЕГЭ это еще больше внимания на это обращают, а про это тоже скажу, мы вернемся еще к этой теме. Либо, например, можно написать «I'm always glad to receive your letters» во множественном числе. Или «I'm always glad to receive letters from you». То есть какой-то любой фразой, но контакты во множественном числе показать. Поэтому, коллеги, напомните детям на всякий случай. Пусть либо они действительно напишут, что спасибо, что снова мне пишешь, либо мне всегда нравится получать твои письма во множественном числе. Но раз решили в этом году внимание обратить, давайте мы посоветуем. Это не такая глобальная вещь, которую детям будет трудно запомнить или которая в панику приведет. И описание о дальнейших контактах. Например, если завершающая фраза может быть какой угодно, главное, чтобы она была неформальной, а вот спрашивают, нужно извиняться, объяснять, почему автор давно не писал. Нет, такого требования нет, конечно же. Дело в том, что если мы с вами посмотрим на само задание, такого требования нет, коллеги. Мы идем только по документу. Вот у нас есть задание на личное письмо в УГЭ. Мы смотрим ровно то, что должно быть написано. Есть критерии оценивания. Мы смотрим на критерии. Просто вы знаете, иногда бывает логика. Если мы там говорим, что «Ой, я тебе давно не писал», но это не очень хорошо ложится на идею контактов. Поэтому не надо тратить время и силы детей. Потом, вы понимаете, они сейчас эту фразу напишут, а она у них отъест очень важное количество слов. Потому что не уложились в отведенные слова, и получается, что просто не засчитают окончание письма в этой ситуации. Поэтому, знаете, проще всего написать так. Например, у нас в письме стимул, предположим, там нашего автора зовут Дэн, и мы ему пишем. Написали адрес. Свой адрес письма, я имею в виду того, кто пишет. Опять же, вопрос вот какой. Адрес можно писать и полный, можно писать краткий. Достаточно писать краткий. Например, Брянск, запятая, под ним Russia. Не нужно писать ни номер дома, ни улицу, потому что, во-первых, с этим можно ошибок наделать, просто в орфографии. А во-вторых, этого не требуется. Более того, ребенку не обязательно даже своим именем письмо подписывать, чтобы не раскрывать анонимность. Он может каким угодно именем подписаться. Хотя, с другой стороны, эксперты все равно знать не будут, настоящее ты или не настоящее. Поэтому настоящим или не настоящим подписал, неважно. Итак, написали свой адрес, написали под ним дату. Затем на отдельной строке «Dear Ben, thank you». Например, «Thank you for writing to me again». Или, как мы уже говорили, «Thank you very much for your letter. I'm always glad to receive your letters». То есть все-таки во множественном числе эти контакты. И затем уже в своем письме ты спрашиваешь меня о том-то, том-то, том-то. Сейчас я тебе отвечу. Отвечаем. И затем письмо завершаем. Поскольку это ОГЭ, там никаких своих вопросов задавать не нужно, поэтому письмо завершаем. Например, говорим «I'm looking forward to hearing from you again». Опять во множественном числе контактах. Да? Завершающая фраза какая-то, например, «best wishes» и на отдельной строке подпись. Запятая после города ставится, да, в английском языке принято после в адресе запятую ставить, поэтому желательно написать. Вот коллеги пишут, что в одном пособии в правилах оформления есть пункт извинения. Коллеги, так можно написать. Если ребенок так напишет, то никаких проблем не будет. Главное, чтобы это ему не помешало. Самое главное – выполнить задание. Есть требования обязательные.
А есть то, что можно сделать. Ну, захотел он извиниться, ради бога. Но давайте все-таки руководствоваться документом. Документ для нас с вами – это демо-версия и это критерии оценивания. Все, что выходит за рамки демо-версии и критериев оценивания, это уже наносное внешнее. Это уже не обязательно. Так что вот такие вот моменты. Что у нас еще важно в личном письме? Обратите, пожалуйста, внимание, как подсчитывается количество слов, потому что здесь иногда бывает путаница. Если есть краткая форма, например, mustn't, shouldn't, например, I shouldn't keep you too long, shouldn't – это одно слово, should not – будет, соответственно, два слова. Если мы пишем числительное, например, там, я не знаю, 23 мая, то цифрами написали 23, это одно слово. Если мы написали словами, которые через дефис пишутся, например, 22, 61, то, что через дефис, это одно слово. А если числительные пишутся без дефиса, то есть внешне они как разные слова выглядят, то это, соответственно, несколько слов. Точно так же со сложными словами. Если они через дефис пишутся, то это одно слово. Например, good looking. Ну и любое сокращение, let's и прочая краткие формы, то, что сверху написано, это одно слово. То есть с этим тоже, в общем-то, проблем нету. Какие типичные ошибки ученики делают в ОГЭ? Ну, во-первых, несоответствие формату. А что здесь имеется в виду? Это вот то, о чем вы спросили. Например, нету обращений ни на отдельной строчке. То есть это оформление личного письма. А адрес не в таком порядке написали. Сначала написали Russia, а потом после запятой написали город, а надо наоборот. Тоже вещи довольно простые, но иногда дети, бывает, из-за стресса путаются. Поэтому, ну, можно обратить внимание. Несоответствие стилю. Вот это вот момент важный. Что такое несоответствие стилю? Например, взяли завершающую фразу и использовали ее из официального письма. То есть вместо, например, best wishes или какой-то другой неофициальной фразы. Ну, best wishes – самая простая вещь, конечно же. Вместо best wishes, например, написали yours sincerely. И все. И получается, что стилю не соответствует. Стилистическое оформление нарушается, могут целый балл из-за этого списать. А балл – это немало. Либо нет ответа на все вопросы. Вот это действительно проблема. Дети в спешке пропускают вопросы. Либо если вопрос состоит из двух частей, например, почему, вернее, например, ты решил, какие экзамены ты выбрал, и почему ты их выбрал. Дети могут, например, ответ написать на первую часть вопроса «I've chosen exams in English», например, «and history». А про why они уже забывают. Либо если уже сказали про English and History, написали why English, а why History не написали. А как правильно написать город Санкт-Петербург? Несколько вариантов. Елена Валерьевна спрашивает. Вы знаете, коллеги, я думаю, лучше писать так, как проще. Поэтому на самом деле все эти варианты принимаются, они все абсолютно правильные. То, что вы приводите... Я не уверен насчет точки, это надо в справочнике посмотреть. Вот из моего опыта после, точка ставится после сокращения, но это нужно проверить. Поэтому давайте мы посмотрим с вами в словаре, я тоже посмотрю. Может быть, кто-то из коллег сейчас в словаре посмотрит в онлайн и напишет. Но как не написать, все эти варианты абсолютно допустимы. То есть, ну, вряд ли это будет считаться за какую-то орфографическую ошибку. Санкт-Петербург обычно без дефиса единственное, что пишется. Поэтому первый вариант с дефисом, он не очень частотный в английском языке. Лучше Saint, затем пробел, Petersburg. Или st.Petersburg. Я бы вот так написал, но давайте проверим. Итак. Про адрес. Еще раз, значит, свой адрес и имя писать не обязательно. Адрес можно полно, либо кратко написать. Лучше написать кратко, чтобы не тратить на это время силы. Обращение без восклицательного знака, иначе дети пишут иногда как по-русски. Dear Ben, восклицательный знак. Ну, не принято в английском. Запятая, и со следующей строчки пишем письмо. Какие могут быть абзацы? Первый абзац может быть благодарность за письмо. Единственное, что абзац не из одного предложения, конечно, должен состоять, правда? Например, если мы пишем «Thank you for your letter, I'm always happy to receive your letters» или там «to hear from you» или как-то еще, то уже хотя бы два предложения. Затем отдельный абзац «Ответы на вопросы» и затем отдельно пара предложений «Это надежда на будущие контакты». И если вопрос, как я говорил, состоит из двух частей, то главное не пропускать вот эти вот «why» и не использовать фразы формального стиля.
Если ребенок что-то неправильно написал, он, конечно же, может написать исправление. Но в любом случае, если есть исправление, то засчитывается финальный вариант. Поэтому если неправильное исправил на правильное, то молодец, ему засчитают правильный вариант. Если правильный вариант исправил на неправильный, то засчитают вариант финальный. То есть эксперт оценивает ровно то, что сдано, то, что подано для оценивания. То, что ребенок мог иметь в виду, эксперт не имеет права догадки строить и предположения. То, что ребенок написал сначала же правильно, но потом исправил на неверный вариант, эксперт оценит только финальный вариант, то есть тот, что ученик посчитал финальным. А нужно ли ставить точку в конце всего письма после имени автора? В английских письмах после имени точка не ставится. А можно ли писать город и страну на одной строке? Коллеги, лучше написать на разных строках, в английском языке принято писать на разных строках. Поэтому давайте писать на разных. А если ошибки повторяются, например, вот Сент-Питерсберг, как в варианте, написал ребенок в адресе неправильно, и потом еще и в письме, не дай бог, неправильно написал, как сколько это ошибок будет? Как одна. Мы же не разные слова неправильно написали, а одно и то же. Поэтому сколько бы он ни повторил одну и ту же ошибку, это все будет по-прежнему только одна ошибка. И пунктуация, обратите, пожалуйста, внимание, когда она важна. Главное, чтобы предложения не нарушали смысл. И учитывали нормы написания писем. Поэтому вот то, что вы задаете вопросы про точку после имени и про запятые в адресе, это действительно важно, это норма написания писем. Как может пунктуация влиять на оформление предложений? На нарушение смысла. Давайте я вам приведу пару примеров. Я вам сейчас прямо в чате напишу два предложения, и там вся разница будет только в одной запятой. А вы мне сами скажете. Это вот тот пример, который я бы детям показал бы. Вот одно предложение я вам сейчас отправлю. И посмотрите, пожалуйста, на него. Вот такое. И еще раз пишу это же предложение. А вы мне скажете, поменялся смысл или не поменялся? Я заранее извиняюсь, если я какую-то опечатку сделаю, потому что не очень удобно. Итак, вот два предложения, посмотрите, пожалуйста. Я перед parents my пропустил. I love my parents, George Washington and John Locke. В первом случае мы пишем просто I love my parents, запятая, потом дальше запятых нету. А во втором случае мы пишем I love my parents, запятая, George Washington, запятая, and John Locke. Скажите, пожалуйста, меняется ли смысл или не меняется от этого? Меняется, конечно же, потому что в первом предложении можно подумать, что родители автора этого текста – это Джордж Вашингтон и Жанна Д'Арк, а во втором случае явно он перечисляет. Поэтому вот в некоторых случаях пунктуация важна в письме. Но вообще я бы не стал бы большого внимания обращать на пунктуационные моменты, за исключением действительно оформления адреса, оформление первой строчки обращения, запятая, и точку после имени не ставим, потому что это норма написания писем. Я не думаю, конечно, что в 9 классе дети будут какие-то такие важные ошибки делать пунктуационные, которые прям сильно исказили бы смысл. Но, тем не менее, я бы пример все-таки, может быть, даже такой, с I love my parents, я, может быть, детям и привел бы, для того, чтобы они просто держали в голове ту мысль, что пунктуация может повлиять на смысл. Поэтому пишите проще в этой ситуации. Пойдемте дальше. Что можно успеть повторить с учениками за оставшиеся буквально 2 недели до ЕГЭ? До ОГЭ, прошу прощения, до ЕГЭ побольше. Ну, во-первых, написание сложных слов. Те самые слова, в которых дети делают ошибки. Конечно, у каждого ошибки свои. Кто-то из детей словарики ведет, кто-то не ведет. Кстати, коллеги, а у кого из вас, вернее, кто из вас просит, чтобы дети вели в отдельной тетрадке словарик? Просите вы или дети этого не делают уже? Вот есть Ирина Шишлянникова, Оксана Павловна делают, а у кого-то не делают. Вы знаете, чем словарик удобен? Словарик бывает удобен, вот если он именно индивидуальный, не все как под копирку пишут, а ребенок видит свои ошибки собственные, то это может помочь. Вот замечательная идея, когда делаем банк слов из двухсторонних карточек. Кстати, здесь может программа Quizlet, она бесплатная, помочь.
Вот очень хорошо пишет Ольга, мой студент пишет с частью речи слово образование. Причем, знаете, хорошо не просто с частью речи написать, а, например, написали слово culture, и туда же cultural, cultured и uncultured. Их можно даже не переводить, перевели корневое слово культура, основное, nuclear word, ядерное. А все остальные вещи просто подчеркнуть, например, способ слова образование, и уже будет понятно. Программа Quizlet. Вот как раз то, что Ирина Геннадьевна Бежина пишет, с помощью Quizlet делаем карточки. Это бесплатная программа, она онлайновая. Вы сделали эти карточки, вы можете давать вашим ученикам доступ, и они могут с ними тренироваться, там есть несколько режимов тренировки. Вот Марина Викторовна пишет, не прошу, так как в словарь все равно не заглядывает, зато есть отдельная тетрадь по слову образованию. Замечательно. Но, коллеги, к чему я веду? К тому, что у каждого ребенка сложные слова свои. Вы какие-то знаете, с чем дети сложности испытывают, а какие-то вы не знаете. Причем одна из проблем еще в том, что дети от руки сейчас практически не пишут за пределами школы. Все равно же есть мессенджеры в телефоне, все равно электронные средства коммуникации, в которых работает автокорректор. И как бы автокорректор забавно не менял какие-то вещи, все равно он приводит к тому, что перестаешь такое внимание обращать на орфографию. Правда же? Вот что здесь можно сделать, чтобы потренировать написание сложных слов? Можно просто с детьми попробовать поработать таким образом. То есть часть урока уделить тому, чтобы, например, сказать, дети, в каких словах вы запинаетесь? Что вам приходится вспоминать, как они пишутся? То есть просто они таким образом вам генерят сами, в чем у них бывают ошибки. Конечно, здесь будет и слово beautiful, например, и слово friend, где I и местами часто путают, и еще какие-то вещи. А может быть, что-то еще всплывет. И я бы все-таки эти вещи повторил бы либо через бесплатную программу Quizlet, либо можно устроить соревнование маленькое Spelling Bee, по примеру американского вот этого, вы называете слово, дети играют в командах, выходят и от каждой команды по очереди, как эстафета, пишут это слово на доске. И мы смотрим, кто правильно написал. То есть самые разные варианты могут быть. А вот кто-то пишет, коллеги, как работают, делают майндмапы, группы фраз. Вы знаете, тоже очень хорошая идея. На самом деле, вообще майндмап может стать интересным планом урока, который и для ребенка интересен, и для учителя. Понимаете, целый урок, но это отдельная технология. Если вам будет интересно, я сейчас думаю о том, на какие темы вебинары запланировать уже на лето. Если вам интересно, могу провести вебинар, например, о майндмапс как способе организации урока для учителя и для ученика. И мы с вами можем прямо вот поиграть, целый урок смоделировать, каким образом эту майндмап разработать, как ее заложить, причем она может и в конкретном учебнику разрабатываться, и просто вне учебника. Это действительно интересная вещь. Она хорошо экономит силы и время, на самом деле, и учителя экономит, и ученика. Поэтому это интересная технология работы. Хорошо, давайте тогда запланируем. Но тем не менее, посмотрите, пожалуйста, коллеги, сложные слова стоит повторить. Много времени это не займет, даже если вы просто зайдете в интернет, вобьете поиск, например, difficult words и устроите этот spelling bee на одном из уроков, даже вот это может помочь. Главное, чтобы те слова, которые вы в spelling bee дали, чтобы дети себе записали на листочке и просто их хотя бы прочитали несколько раз вслух. По написанию эссе в марте был вебинар? Нет, я так и не провел, к сожалению. У меня было много командировок, мероприятий, я просто не успел. Я сегодня немножечко скажу про написание эссе, но я про него проведу отдельный вебинар. Другой. Далее. Ответы на вопросы из двух частей. Посмотрите, пример. What subjects have you chosen for your next exam and why? Я and why выделил курсивом. Я бы в оставшиеся уроки, хотя бы на одном, а лучше на двух уроках, дал бы просто детям несколько этих вопросов даже для обсуждения вслух. Не надо это писать письменно, не успеют просто. Показываем вопрос на доске, желательно, чтобы перед глазами был, и предлагаем ответить. И смотрим, есть объяснение или нет объяснения. В первых несколько вопросов я бы and why выделил бы графически, обвел бы, подчеркнул бы как угодно. В остальных уже не выделял бы. Самое главное, что внимание детей сфокусируется. И плюс еще сделать простое задание. Оно действительно простое. На разницу в этикетных фразах неофициального и неофициального письма. Дать в разброс такие выражения, как best wishes, например, kind regards и так далее. Именно в разброс. Потому что там может быть два шага. Первый шаг – соединить, найти синонимичные выражения. Какие выражения обозначают одно и то же? Соединили.
А затем уже мы в две колонки распределяем, какие относятся к неофициальному письму, какие к личному. То же самое, упражнение получится короткое, оно минут 5-7 на уроке займет, причем даже если будут активные обсуждения и плюс еще с суммированием, там не так много этих фраз. Опять же, эти фразы можно взять просто поиском в интернете. Official letter, personal letter. И взять оттуда эти выражения. То есть и на подготовку у вас много сил не уйдет. Но вот эти вот маленькие простые приемчики, посмотрите, их за два урока можно вполне использовать. И они хорошо внимание детей сфокусируют. Что еще можно помочь еще? Вот на что обратим внимание в устной части. В ОГЭ на что стоит обратить внимание. Первое задание, помните, чтение текста вслух. Второе задание, телефонный диалог, расспрос, где надо ответить на вопросы. И третье, монологическое высказывание на заданную тему. Какие там сложные моменты есть? В задании 1. Бывают у детей необоснованные паузы, то есть делают не там паузу, где требуется интенционно от предложения. То есть среди синтагмы еще что-то. Конечно, если мы сейчас начнем про синтагму рассказывать, уже поздновато. Но есть способ это поправить. В длинных словах бывают проблемы, особенно такие, как, например, Chinese, Japanese, все время ударение на первый слог ставят вместо последнего. Distinguished трудновато дается, вообще сочетание вот это UI обычно трудно дается. И такие словосочетания, буквосочетания, точнее, которые по-разному могут читаться. Например, посмотрите, pleasure и pleasant довольно трудно. И плюс еще в текстах бывают числительные и даты в ОГЭ на чтение, и вот с ними проблем очень много. Что можно успеть сделать? Ну, во-первых, конечно, хочется повторить основные правила чтения слогов и словосочетаний. Такая информация есть в интернете, плюс скажу, где еще взять. Информацию основных типов предложений. Здесь сильно много не надо. Здесь действительно statement, general question, special question повторить. Ну и, в общем-то, все. Да и вопросов-то не бывает, как правило, в этих текстах. Поэтому это statement, перечисления и перечисления в основном. И чтение числительных и дат. Где взять можно материалы? Ну, правила чтения, это скорее на будущее я вам сейчас показываю. Есть вот такая вот книга ВПР, Всероссийская проверочная работа по английскому языку, стратегии тренировочные тесты Елены Николаевны Солововой. Вот там есть очень удобная компактная памятка с правилами чтения и с правилами и интонации в разных типах предложений. Посмотрите, пожалуйста, на кусочек из этой памятки. После того, как мы, например, повторили, вы видите сверху правила чтения, в том числе множественное число окончания, у нас идет вторая памятка интонации английских предложений. Довольно просто сделано, все стрелочками показано, вся фонетическая разметка есть, но это скорее на будущее. Но книжка полезна, она что-то стоит порядка 100 рублей, то есть вполне можно ее позволить и с ней поработать потом, потому что она пригодится еще не только на ОГЭ, она пригодится еще и на ЕГЭ. Можно, конечно, сказать, что это же ВПР 11 класс, но там много заданий именно такого базового уровня, который вполне полезен детям в ОГЭ и по формату подходит. Есть еще вот такая вот книга. Здесь можно взять правила чтения, тренировочные упражнения, то есть объясняется правило чтения. Пусть вас не смущает то, что книга выглядит по-детски, как читать на 5. На самом деле там слова, они не специфически детские. То есть там нету всяких машинка, воздушные змеи и прочее. Без необходимости. Там вполне нейтральная лексика. И там хорошо то, что есть целые столбики слов с упражнениями, где выделяется жирным шрифтом вот эти трудные типичные буквосочетания, и можно прям читать. Плюс вы можете в интернете найти еще, если вы введете поиск Remedial Reading Drills, там как раз тоже список из нескольких десятков слов, которые трудно читаются, и они по типам тоже определенных правил чтения. Там нет объяснения правил, но просто почитать вслух это можно. А этот список еще в конце 40-х годов был составлен, поэтому там могут быть слова, которые не очень употребимы. Но просто пробежаться, вещь будет полезна. Вот, кстати, коллега пишет, со слабой девочкой в 8 классе по этой книге работаем. Вы имеете в виду, как читать на 5, да? А скажите, пожалуйста, не трудно? Да, вернее, скажем так, для девочки нормально, вот само оформление, сам выбор слов, не воспринимается ли он как детский? Да, приобрести можно, Тамара Григорьевна спрашивает, это все есть в интернет-магазине на englishteachers.ru, это есть и в обычных книжных магазинах, если нет, они с удовольствием под заказ привозят. Это можно купить и, например, на Яндекс.Маркет, если зайти, он вам покажет, где можно сравнить. Ну вот у вас ссылка, например, есть. Вы, кстати, можете кое-какие страницы из этой книги уже скачать и прямо поиспользовать. То есть это действительно хорошо, четко изложены правила чтения, ничего лишнего,
Правила чтения – простые тренировочные упражнения, и это не детское оформление. Есть, например, более детский оформленный тренажер по чтению Елены Русиновой. Он называется «Буквы и звуки». Но это действительно, он даже чисто визуально и по тематике, и по видам работы. Это начальная школа. А вот здесь, например, «Как читать на 5», там и на спеллинг упражнения есть. То есть это все-таки как продолжение. Его можно в начальной школе начать, но можно использовать и с детьми постарше. Вот посмотрите, например, то, что коллега пишет. Сначала девочка действительно подумала, восьмиклассница, что что-то как-то немножко по-детски, но потом поняла, что польза важнее, а там действительно сами упражнения, они абсолютно нормальные, их можно использовать и с детьми гораздо более старшего возраста. Но пойдемте дальше. Следующее задание, устная часть, задание номер 2. Нужно ответить на 6 вопросов. За каждый полный ответ без ошибок, которые затрудняют восприятие, дается 1 балл. Вот здесь очень важно, что такое полный ответ. То есть, во-первых, этот ответ не должен из одного слова состоять или словосочетания. То есть, если, например, человеку задается какой-то вопрос, если, например, в городе sports facilities и какие, а он скажет yes, да, то этого мало. Нужно назвать какие. И еще бывает проблема, например, то, что будет неполным ответом считаться, если в вопросе есть слово why, то желательно все, вернее, конечно, нужно объяснить почему, и посоветуйте детям, есть why, пусть они используют слово because, чтобы даже я хотел сказать, как бывает, ну, усталые экзаменаторы, которые слушают потом запись этого ответа, чтобы они ни в коем случае эту аргументацию не пропустили. Есть why, пусть будет because. Скажите, если в группе только 2 человека выбрали английский, разве корректно весь урок проводить для них, остальным это недоступно? Я бы не стал весь урок проводить, конечно, если только 2 человека выбрали английский, но здесь вопрос вот в чем. Я буду проводить вебинар на тему «Как сделать подготовку к экзаменам коммуникативной», есть замечательные игры. То есть, понимаете, мы же здесь тренируем общие коммуникативные умения. Мы же не говорим, что вот только-только экзамен. Сегодня пишем устное письмо, сегодня пишем личное письмо. Например, изучили какую-то тему, мы же можем ее по-разному завершить. Можем монолог сделать, рассказать свое мнение. Можем письмо написать другу. То есть все зависит от того, какое мы задание дадим. Эти задания вполне могут быть в том числе и в формате итоговой аттестации. Правда же? Тамара Григорьевна пишет, что исчезает звук. Тамара Григорьевна, вы можете попробовать вот что сделать. Но, во-первых, вы можете настройку громкости, если вы наведете курсор на изображение лектора, то там, по-моему, появляется ползунок настройки громкости. И подвигайте просто вперед-назад, иногда это помогает. Либо вы можете по той же самой ссылке заново зайти на вебинар, но через другой браузер. От этого тоже зависит. Коллеги, пойдемте дальше. Потому что тема обширная, нам еще про ЕГЭ надо поговорить. Да? И, наконец, еще одно у нас задание в устной части, и это 3-е задание. Там у нас монологическое высказывание. Там надо представить тему, то есть сказать, о чем пойдет речь. Затем полно опять раскрываем содержание каждого пункта плана. И вот здесь важен объем высказывания. Мы сейчас на это посмотрим. В критериях оценки есть объем высказывания. Поэтому, к сожалению, даже если мы про все пункты плана поговорили, но по объему не дотягиваем, то оценку могут снизить. Поэтому сейчас обратим на это внимание. Конечно же, опять, если в вопросе есть why, то дать аргументацию, подвести итог. И очень важный момент. Обязательно использовать средства логической связи. Такие слова, например, как so, what's more, to sum up, to begin with. Это важный момент, потому что если ребенок рассказывает, но без средств логической связи, то получается, что экзаменаторы даже формально могут не обратить внимания на логическую построенность и за организацию высказывания могут снять балл. Теперь давайте посмотрим на объем высказывания. Посмотрите, чтобы получить 3 балла, максимально возможное по выполнению коммуникативной задачи, высказывание должно стать из 10-12 фраз. Фраза – это не то же самое, что предложение. Понятно, что простое предложение – это одна фраза, да? Сложное предложение – это несколько фраз. Поэтому, естественно, экзаменатор же не видит текст написанным, он его только слышит. Поэтому фразы – это вот именно фразы, это не равно предложению. Поэтому мы не смотрим на количество предложений, смотрим на количество фраз. На 2 балла 8-9 фраз, а 6-7 фраз – только 1 балл получит ребенок. Но тут действительно за 6-7 фраз просто не удастся все пункты покрыть, поэтому здесь корреляция некоторая есть.
И если всего 5 фраз или менее, то 0 баллов. Ну, посмотрите, вот максимально вступление, эта фраза у нас одна хотя бы есть. Например, I'm going to talk about, назвали что-то. Примерно по 3 фразы на каждый пункт плана. И заключение. So, that is, to sum up. И подводим итог одной фразой. Уже получается. Что можно успеть? Коллеги, понятно, что на уроках вы уже не очень успеете. Правда же? Ну, то, что дети делали несколько лет, они к этому и пришли. Кто работал, тот наработал. Кто не работал, как коллега правильно написала, что же делать, если ребенок не выбирает? Это Ирина Ивановна написала. Мы не выбрали дети английский язык. Как нам тогда быть? В этой ситуации может пригодиться мобильный тренажер. Он у нас появился буквально на прошлой неделе. Работает на телефонах и на планшетах. Сейчас пока у нас на андроиде, на операционной системе. И на iOS появится, если не сегодня, то в ближайшие дни. Там чуть-чуть процедура выкладывания, публикации занимает подольше. Есть приложение бесплатное. В этом приложении один полный тест. Полный тест ОГЭ. Эти тесты созданы авторским коллективом под руководством Елены Николаевны Солововой, которая как раз руководит разработчиком контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Ну и ОГЭ тоже, естественно, им под силу, поскольку это более низкий уровень сложности. Ученик видит, выполняя задания, вот он их выполнил, нажимает на кнопочку «Проверить», и он тут же видит, какие ответы правильные, какие нет. Я сейчас покажу, как это выглядит. Но обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, результаты эти не сохраняются. То есть, если ребенок заново попробует сделать тот же самый тест, у него уже не будет подсказки в виде того, правильный это ответ или нет. Для кого-то это хорошо, для кого-то это не очень хорошо, но, по крайней мере, если у вас такой тест стоит хотя бы на вашем телефоне, это значит, что вы можете, например, вы занимаетесь репетиторством, вы с одним учеником его сделали, со вторым учеником его сделали, снова запустили. То есть не будет такого, что вам надо каким-то образом результаты удалять, и тест уже не годен, как на бумагах, которые списали, и можно выбрасывать. Личное письмо ребенок может набрать на планшете и затем нажать на кнопочку «Отправить» и отправить любыми стандартными средствами, например, преподавателю или другу для проверки, кому угодно. То есть это можно через мессенджер отправить. Это и WhatsApp, и Viber, и Telegram, то, чем ребенок пользуется, и какие-то еще мессенджеры, у кого что стоит. Это можно по электронной почте отправить, тоже сработает. И ответы на задания устной части – точно так же можно записать на аудио, они все записываются. Нажимаем на кнопочку «Запись», ребенок записал. У него видно, сколько минут ушло, прямо по секундам идет отчет времени. Но не обратный отчет, что вот у тебя есть столько минут, а просто отчет, чтобы ребенок привыкал потихонечку. На экзамене у него будет, когда он устную часть будет сдавать, у него будет идти обратный отчет. Сколько осталось. А здесь мы просто приучаем ребенка, чтобы он начинал чувствовать объем высказывания свой. Итак, устную часть записали и отправляем и записываем точно так же, как текст личного письма. Как найти? Заходите на Google Play, набираете, например, Соловова по фамилии, и у вас появится два приложения. Вот эта вот иконка, это приложение бесплатное, и иконочка приложения Pro написано, это приложение платное. Еще раз вернемся, в бесплатном один тест, в платном всего 6 тестов, то есть к бесплатному добавляется еще 5 тестов. Ну, с учетом того, что это 125 рублей всего стоит, то получается, каждый тест стоит порядка 25 рублей. Это интерактивный тест, я напомню, их можно выполнять снова и снова, аудио все звучит, себя можно записать, то есть возможность довольно хорошая. Посмотрите, как это выглядит. Например, зашли в тесты, слева мы видим экран. Мы видим все вот эти вот задания, мы выбираем каждую часть конкретно отдельно, какую мы хотим. То есть не то, что вот начал тест, и больше ты не вернешься, пока ты его не закончишь. Можем тренировать ту часть, которую надо. Вот как выглядит, например, задание на аудирование. Задание 3.8. У нас идет диалог, мы видим задание, и мы слушаем. Нажали на кнопочку, видите, внизу запуск. Мы видим всего, сколько длится эта запись, там два раза повторяется, так же, как на реальном экзамене. И пока мы слушаем, мы тут же отмечаем правильные ответы. И вот пока мы не нажали на кнопочку «Проверить», мы можем эти ответы менять. То есть мы можем передумали, отметили другой ответ. Как только нажали на кнопку «Проверить», нам покажут правильное или неправильное. Вот как выглядит задание на чтение. Вот тексты для чтения. Как только мы нажимаем на, видите, строчку «Выбери заголовок», перед нами разворачивается полный список заголовков.
И мы нажимаем, выбираем тот заголовок, который подходит. И опять же, как я говорил, пока не нажали на кнопочку «Проверить», мы заголовки можем менять свои ответы. Это тоже удобно. И вот посмотрите, когда мы нажали на кнопку «Проверить», вот пример задания по аудированию, мы видим это слева. Зеленым цветом ответы правильные выделены, красным цветом неправильные. Но здесь ребенку не показывается, какой ответ на самом деле правильный. Это же тренажер, правда, это тренировка. Это не полный симулятор в реальных условиях ОГЭ. Это именно тренировка, чтобы ребенок сам мог поделать. Он может заново послушать, то есть вернулся в главное меню, снова зашел в этот тест, в это задание, сделал его и смотрит, а теперь правильно ответил или неправильно. И на устной части мы с вами видим, вот, например, задание 2 справа висит. Вот у нас вопросы. Мы нажимаем сначала на кнопку записи звука и затем нажимаем «Слушаем вопрос», произносим свой ответ. Нажимаем «Слушаем другой вопрос», произносим свой ответ. Звук пишется весь, поэтому отправить можно будет целиком. Вы услышите, если вам ребенок пришлет, абсолютно все, что он говорил и все вопросы, на которые он отвечал. То есть легко проверить, легко разобрать, можно переслать друг другу. И еще один момент, бывает, дети просто иногда не обращают внимания, их поправляешь, что он не так сказал с произношением, а он думает, ну подумаешь, что тут такого. Ну, не так сказал, ерунда какая. Учительница опять придирается. Когда ребенок видит, что его одноклассники говорят, что они не совсем понимают, что он хотел сказать этим, то тогда у него отношение совершенно другое. И с этой точки зрения тест вполне может помочь. Это удобно. Что еще есть для тренировки к ОГЭ? Это скорее к тому, что я говорил на следующий год. Посмотрите, целая серия книг. ОГЭ чтение, тренировочные тесты. Там 15 на тренировочных тестов на чтение. Автор Анна Владимировна Кощеева, один из разработчиков реальных заданий ОГЭ. Затем внизу слева ОГЭ английский язык тренировочные тесты. Это авторский коллектив под руководством Елены Николаевны Солововой. 5 тренировочных тестов ОГЭ. В серединке 2 книги по грамматике. Практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ, как из названия следует, здесь объяснение всех правил, которые в принципе могут быть на ОГЭ и ЕГЭ. И тренировочные упражнения. И внизу книга «Грамматика. Сборник упражнений». Вот там объяснений правил нет. Там иногда кое-какие небольшие подсказки, но зато там 220, по-моему, страниц с упражнениями тренировочными, начиная от самых простых, от глагола «to be» и быстро возрастающей по сложности, и кончая наклонениями и прочими вещами. То есть на уровень, который даже на углубленный выходит, это больше, чем нужно для ЕГЭ. Это можно и в колледжах использовать, и даже на младших курсах вуза. Есть тренировочные тесты, 5 тестов, ОГЭ письменная часть, Кауфман, Кларисы Акуновой, Марианны Юрьевны, и ОГЭ английский язык устная часть, тренировочный тест, Радислав Петрович Милют, там 30 тематических тестов. Это тоже немало, причем они именно тематические, то есть все задания в каждом тесте на одну и ту же тему, это специально сделано для того, чтобы можно было повторить еще и тематическую лексику и вообще знания освежить по теме. Теперь переходим к ЕГЭ. Мы здесь посмотрим точно так же на аспекты. Вот уже коллеги пишут, нашла приложение, скачала, протестируем. А можно вас попросить, если можно, вот те, кто приложение скачает, и бесплатное, и платное, поставьте, пожалуйста, когда вы протестируете, в Google Play оценку, и комментарий вы, кстати, и там можете написать, разработчики обязательно прочитают. Вы можете мне по электронной почте прислать, я вам сейчас напишу свой адрес электронной почты, поэтому пишите, пожалуйста, и мне комментарий, например, что вам не хватает, что вы хотели бы видеть в следующей версии этого приложения, потому что мы с удовольствием приложение дополним, переработаем и так далее. Там есть, например, несколько интересных идей. Но возвращаемся к ЕГЭ 2018. Поэтому, если можно, вы в Play Market оценку поставьте, комментарий можно и там, можно мне по электронке прислать. Итак, ЕГЭ 2018. Мы коротко посмотрим, опять же, на задание 39, там в письме чуть-чуть добавляется, на что стоит обратить внимание, и на 40, вот о чем мы говорим. И в устной части аспекты заданий 2, 3 и 4. Сразу предложение от Марины Викторовны. Тесты по определенным темам вы знаете, а мы можем, если вы хотите, мы готовы в виде отдельного мобильного приложения сделать как раз тренировочные тесты Мидруда, устную часть. Если вам интересно, мы можем сделать такое приложение. Там как раз будут вот эти вот тренировочные тесты. Нужно? Давайте мы выпустим. Мы готовы. Продолжаем говорить про ЕГЭ. Личное письмо. Посмотрите, чем отличается от ОГЭ? Нужно объем побольше, и нужно задать 3 вопроса о конкретном аспекте еще. Ну, плюс неофициальный стиль, мы про это говорили. Типичные ошибки те же самые. Несоответствие формату, нет ответа на все вопросы, мы про это сейчас не будем говорить.
А вот о чем мы поговорим, это о том, когда дети либо не задают три вопроса, пропускают какой-то, но здесь еще, ладно, тут можно механически посчитать. Но есть другая проблема. Вопросы не по теме, но не по теме написал в кавычки, потому что на самом деле идет речь о том, что они задают вопросы не о том предмете. Например, если там кто-то пишет, что мои родители подарили мне котенка на день рождения, и там надо задать три вопроса. Ask three questions about the kitten. Давайте я вам приведу примеры, а вы мне скажете, все ли вопросы про котенка или не все вопросы про котенка. Итак, what color is the kitten? What's its name? Do you like cats? Нет ли здесь какого-то вопроса неподходящего? Третий, конечно, потому что он не о котенке, он про кошек вообще. Правда же? Должно быть именно о котенке. Видите, для нас с вами очевидно, для детей, к сожалению, не очевидно. Они забывают, отвлекаются, увлекаются, говорят, ну как же так, я же по теме говорю, а нам-то надо о заданном предмете говорить. Так, про абзацы. Посмотрите, здесь, в отличие от ОГЭ, еще один абзац может появиться, это свои вопросы. Но, коллеги, если каждый вопрос, иногда дети пытаются каждый вопрос выделить в абзац. Так тоже можно делать. Но самое главное, тогда абзац состоять должен не из одного предложения, потому что в английском языке не бывает абзаца из одного предложения. Либо все три вопроса в одном абзаце, и так и пишут, например, what great news you tell me about the kitten? Let me ask you some questions. И пишем все три вопроса. Это самый простой вариант. Либо, если уж хотят развернуто что-то задать, но мы тогда рискуем выйти за пределы объема по словам, то тогда все-таки каждый абзац должен быть не из одного предложения. И еще раз, коллеги, ссылка на предыдущие контакты, как мы с вами говорили. На самом деле, вот здесь любопытная ситуация. Я слушал выступление Марьи Валерьевны Вербицкой, где она говорит, любым способом можно ссылаться на контакты. Я задавал тот же самый вопрос Карине Степановне Махмурян, заместителю председателя Федеральной комиссии. Карине Степановна очень рекомендует выбирать вариант со словом «again». Марья Валерьевна говорит, что нельзя завязывать на одно слово, а можно любым способом. Поэтому, коллеги, давайте мы все-таки в этом году, раз уж такое появилось нововведение, давайте мы все-таки предложим детям таким путем сказать. Но пусть они все-таки либо это слово again используют, либо, как мы уже говорили, I'm always happy to get your letters. И, как мы говорили, задавать вопрос строго о предмете задания, не подменять предмет темой. Мы не будем на этом сейчас останавливаться, пойдемте дальше. Вот теперь эссе. Определенный жанр – это высказывание с элементами рассуждения. Именно свое мнение. Почему это важно? Потому что там, где мы просто приводим аргументы «за» и «против», оно должно быть сбалансированным. Сколько «за», столько «против». Но сейчас такой формат вообще в ЕГЭ не используется. Кстати, коллеги, на сайте ФИПИ выложили буквально сегодня с утра, поэтому это новость, выложили задания открытые из предварительной волны, той, которая была в апреле. Поэтому, коллеги, вы уже можете взять реальные задания этого года и посмотреть на них, и что-то попробовать с детьми потренироваться. Потому что, может быть, что-то из этих реальных заданий даже будет в каких-то видах использоваться еще и в разных вариантах ЕГЭ. Это сайт fipi.ru. Посмотрите, там есть открытый банк заданий, это можно найти, и есть новость на ФИПИ о том, что выложены вот эти задания. Что важно в высказывании ваше мнение? Опять же, у нас должно быть вступление, в котором мы не просто повторяем проблему из задания, а мы ее формулируем сами, то есть переформулируем, говорим другими словами. Затем, в следующем абзаце, мы формулируем свое мнение и приводим 2-3 аргумента в его защиту. И, естественно, аргументы должны соответствовать заявленному мнению. Это важно, потому что иногда дети пытаются подменить тему, подменить какое-то другое, заученное заранее, неким топиком. И это очень мешает. Если аргументы не соответствуют заявленному мнению, а пытались их притянуть каким-то образом, то они не будут засчитаны. Затем в следующем абзаце мы формулируем противоположную точку зрения и приводим возможные 1-2 аргумента в ее поддержку. И вот здесь важно не повторять аргументацию, а то можно сказать, что вот некоторые люди говорят вот так, но за это, а другие люди говорят вот так, но за это. Это разные аргументы должны быть. Объясняем, почему эти аргументы нам кажутся неубедительными. И в заключение мы формулируем еще раз свое мнение, но другими словами. То есть мы его не переписываем из абзаца номер 2.
А мы его переформулируем. Задание так и звучит. Restate your opinion. Слово restate. То есть не скажите заново, а скажите по-другому, как здесь интерпретирует комиссия. И действительно важно при написании работы следовать плану. Дети иногда говорят, ну что тут такого? А если я, например, сначала противоположное мнение напишу, потом свое? Но здесь можно сказать так, что эксперименты, конечно, хороши, но мы тогда рискуем нарушить логику. Само задание построено таким образом, что оно помогает, оно становится логической опорой. Ребенка как бы берут за руку и проводят потихонечку, так, чтобы у него логично выстраивалось. Когда мы что-то переставляем, мы, к сожалению, можем эту логику нарушить и что-то упустить. Поэтому, коллеги, есть план, лучше писать по плану. Это важный момент. Что еще важно именно в этом году? Не использовать риторические вопросы. Почему так? Ну, комиссия в этом году посчитала, что риторические вопросы – это публицистический жанр. Это не жанр некоего академического рассуждения. Можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться. Но риторические вопросы будут считаться нарушением жанрового соответствия. Поэтому, коллеги, детям говорим, риторические вопросы не пишем. Конечно же, важно очень не использовать никаких стяженных форм. Поэтому let's писать не нужно. Пишем полностью let us consider вместо let's look at several points или let's look at different opinions. Мы пишем let us look at different opinions или let us consider different viewpoints. Но именно let us полностью. Иногда дети говорят, надо ли повторить в заключении чужое мнение. Нет, такого требования нет. Его можно повторить, если хочешь, но вот здесь важный момент вот какой. Если бы это было бы for and against essay, тогда мы его не только должны были бы повторить, мы еще должны были бы сбалансировано. Мы бы сказали бы, например, что разные мнения важны, и разные точки зрения, и хотя я придерживаюсь своей, но я сильно уважаю и ту точку зрения. Здесь у нас другая цель. Наша цель этого развернутого высказывания – это обосновать собственную правоту. Поэтому либо мы в заключении чужое мнение не повторяем вовсе, либо если вдруг его решили в силу каких-то причин повторить, но хочет так ребенок, то самое главное, чтобы оно никак не превалировало над своим мнением. То есть здесь мы можем скорее сказать, то есть идея заключения – это сказать, ну видите, я же был прав, я вам доказал, что я прав. И даже если другой что-то говорит, они не совсем правы, как я уже доказал. Ну, либо просто «я доказал, что я прав». И, коллеги, еще важный момент с этого года. Для ответа мы используем только первую часть бланка, первую сторону бланка, не переходим на другую. Поэтому, кстати, очень хорошо мы одновременно с Мариной Викторовной об одном и том же говорим. Вот иногда почерк размашистый, сложно уместить нужное количество слов на одной стороне. Коллеги, в этом случае дадут дополнительный бланк. Самое главное, вот ребенок знает за собой, что почерк размашистый. Начал писать, уже видит, что не умещается, он должен сказать, дайте мне еще бланки ответа, ему обязательно их дадут. Если ребенку отказывают, таких ошибок сейчас уже не делает комиссия. Но иногда бывал, я, например, когда был председателем экзаменационной комиссии областной по ЕГЭ определенное количество лет назад, по другому предмету, не по английскому, слава богу, языку, но детям на одном пункте приема экзамена бланков не хватило. Детям многим потребовались дополнительные бланки. Им не хватило, и кому-то из детей, он за 15 минут до окончания экзамена сказал, а мне не хватило, дайте мне еще. И что сделали организаторы на пункте? Они сказали, а все, мы уже не успеем, это только из РЦОИ привозить, типа вот мы тебе не дадим. Ребенок подал на апелляцию по нарушению процедуры, он, естественно, эту апелляцию выиграл. Она была удовлетворена, ему поставили высокий балл автоматом за это задание. То есть оно было засчитано как выполненное. Поэтому здесь та же самая ситуация. Когда приводим аргументы, обязательно должны быть два предложения или можно одним предложением раскрыть через because? Конечно, можно и одним предложением раскрыть, это абсолютно нормальная ситуация, никаких требований по количеству предложений нет, только количество аргументов. Но вы знаете, я бы сделал бы вот что. Если ученик действительно сильный, и он хорошо строит сложно подчиненные предложения, сложно сочиненные, конечно, пусть он и одним предложением напишет. Если ученик не очень сильный, посоветуйте ему разбить на два предложения, чтобы он не сделал ошибки. Вы знаете, есть такой вечный спор. Про ЕГЭ говорят, ну вот как же так, вот есть зарубежные экзамены, которые стимулируют попытки детей на более высоком уровне написать. Мол, если ребенок пытается, пусть он даже напишет неправильно, но это хорошо, он делает попытки, это засчитывается как плюс. А в ЕГЭ, например, если он делает попытку, но пишет неправильно, то за это он плюса своего не получит. Да, такой момент есть. ЕГЭ с этой точки зрения более жесткий экзамен, более жесткий по оцениванию. Это не значит, что ребенку говорят, ни в коем случае не делай трудно.
пиши как можно проще. Но вы знаете, если мы пишем сложными предложениями, аргументы должны быть очень четко выделены вводными словами обязательно. А обязательно должны быть какие-нибудь слова, например, и еще один аргумент, а именно. То есть, чтобы вот было понятно эксперту. Бывают такие ситуации, когда эксперт очень сильно замотанный, он устал. Это тоже нельзя не учитывать. Есть определенные нормативы, сколько работ должен проверить эксперт, не более чем. Но когда бывает у нас экспертов столько в комиссии, а потом детей в этом году больше. Конечно, обычно заранее знают, это сколько детей записалось сдавать. Но всякие ситуации бывают. У меня, например, была такая ситуация, когда я был председателем комиссии, когда мне моя заместитель, региональный методист, звонит за вечер до экзамена, говорит, вы знаете, у нас экспертов было впритык, но одна из экспертов, называет ее, попала в больницу с аппендицитом. Что делать? Нам надо кому-то из нас садиться на экзамен. Либо я пойду сяду, а вы тогда будете в Институте повышения квалификации координировать, либо вам придется. Ну, я, честно говоря, выбрал, говорю, давайте я пойду как эксперт. То есть мы заменили, если бы у кого-то еще случилось что-то чисто по здоровью, нам заменить было бы неким, и мы бы тогда в нормативы невольно нарушили, нам пришлось бы проверить больше работ. Я бы это взял бы на себя, скорее всего, но тем не менее бывают такие ситуации. Поэтому вот если вдруг что-то экстраординарное случилось, пусть у эксперта будет это все обозначено, пусть ученики напишут. Прямо вот конкретно, мой первый аргумент, мой второй аргумент или еще один аргумент. То есть это лучше обозначить. Я здесь очень многословен, но я просто пытаюсь показать реальную жизненную ситуацию. Оценится ли использование инфинитивных грандиальных конструкций, как стиль и разнообразие? Вы знаете, больших плюсов это не принесет. Потому что, если мы с вами посмотрим на критерии оценивания, то там написано, что грамматика достаточна. По языковой правильности, что она достаточна для выполнения коммуникативной задачи. То есть, если ребенок будет специально стараться как можно разнообразнее написать, это не принесет больших плюсов. Лучше пусть напишет правильно. Напишет инфинитивно-грандиальные конструкции, молодец. Но отдельно специально его хвалить, как за какое-то большое достижение, к сожалению, не будут. Очень хотелось бы, но здесь такого нет. Поэтому можно большого внимания этому не уделять. Вот если он их правильно напишет, молодец, это хорошо. Проблема с аргументацией. Вы знаете, вот в завершение, что хотел сказать, это немножечко из той части, которую я буду про эссе говорить, отдельный вебинар проводить. В 11 классе проблема уже не в том, как написать. Дети уже умеют написать, тем более эссе, вернее, экзамен-то они выбрали по выбору, они знают, как написать произведение. Там другая проблема, они иногда теряются. Они видят на экзамене тему, приходят в панику, говорят, ой, мне мысли никакие не приходят, я не знаю, что вообще на эту тему сказать. Не близка мне тема. И хотя разработчики очень пытаются сделать так, чтобы темы все-таки были понятны детям, но тем не менее такая проблема возникает. Поэтому вебинар про эссе нет. В мае, коллеги, я уже не успею, потому что у нас график вебинаров уже очень плотный, но из-за того, что май месяц короткий из-за нерабочих дней, я уже не успеваю. Посмотрите у нас, какие интересные вебинары. У нас будет Петр Степчев выступать 15 числа, рассказывать про педагогику удивлений. Это замечательная вещь, это Грамик, известная его вещь, разработки по грамматике, игры и прочие моменты. И Петр Анатольевич является не только исполнительным директором Национальной ассоциации учения английского языка России и вице-президентом МЕЛТА, это ассоциация учителей Московской области, но он еще и преподаватель опытный, автор патентованных методик, это интересно. У нас другие интересные вещи будут. А про эссе мы скорее будем в июне говорить, поэтому это сейчас на лето составляется. Итак, коллеги, но я вам хотел сегодня показать одну из проблем. Вот в таком случае, когда детям не приходят мысли, у них формулирование идей и подбор аргументов, тем более это же середина экзамена, вернее, это конец письменной части, дети уже устали. И у них аргументов долго очень формулируется. Как можно решить эту проблему? Давайте я вам подскажу правильную экзаменационную стратегию, правильный алгоритм работы. Он на самом деле очень простой. Я вам покажу пример вот из этой книги. Ее автор Елена Николаевна Соловова. Я напомню, это руководитель разработчиков экзаменационных заданий ЕГЭ. Это не только один из самых известных и лучших методистов России на сегодня, но это еще и руководитель разработчиков ЕГЭ. Это Джон Парсонс, британский автор, который, кроме того, что тексты аутентичные пишет в эту книгу, но он еще и объясняет в ответах не только, какие ответы правильные, а почему другие неправильные, и лучше носителя образованного специалиста этого никто не сделает. И я один из авторов этой книги, тоже за определенные части стратегии отвечал. Так вот, коллеги, как же быть? Я вам покажу кусочек
того, что мы объясняем детям с помощью этого пособия. Оно как рабочая тетрадь может использоваться. Там прямо таблицы, которые заполняются, бланки ответов есть для тренировочных упражнений и прочее. Посмотрите, вот как мы советуем детям поступить на экзамене, чтобы мысли в голову пришли. Ну, сначала, конечно, внимательно прочитать задание, чтобы посмотреть, сколько слов надо написать, посмотреть на план. И мы здесь говорим, что надо ему следовать, не переставляя пункты местами. А вот затем посмотрите. Мы смотрим на проблему. Вот, коллеги, у кого-то проблемы со звуком. Я надеюсь, что мои коллеги сейчас напишут, посоветуют, как лучше поступить, то есть зайти на вебинар через другой браузер, попробовать. Здесь проблемы именно с настройками, наверное. Вот уже коллеги пишут, с удовольствием пользуемся этим пособием. А расскажите, пожалуйста, как ученики воспринимают, понятно ли им становится, удобно ли использовать и прочее. И посмотрите, коллеги, вот здесь самое главное. Перед тем, как набирать аргументы, надо сформулировать свое отношение к проблеме. Прямо вот на уровне согласны, не согласны. И посмотрите, мы на каждый шаг в этой стратегии, в этом алгоритме, даем тренировочное упражнение. Вот у нас примеры. Давайте мы с вами попробуем. Я вам читаю тему, а вы мне напишите или agree, или disagree. Хорошо? Итак, some people think that it is best for children to grow up in the countryside. Вот, коллеги, ваше личное мнение. Do you agree or disagree? Вот кто-то пишет сразу плюс уже, согласны. Посмотрите, большинство согласны. Но мы взрослые люди, дети могут быть не согласны, они скажут, ой, там скучно и прочее. Но посмотрите, как интересно. Как только мы свое мнение сформулируем, мы еще даже про аргументы не думаем. Наш следующий шаг будет сказать, а почему вы согласны? И вот тогда аргументы выстраиваются. Давайте еще один пример. Например, вот такой. Some people, это третье высказывание, some people think that it is always best to follow your parents' example in everything. А вот с этим вы согласны или не согласны, что всегда надо следовать примеру своих родителей? Посмотрите, как сразу сколько пошло disagree. Правда же? И вот стоит нам еще раз сказать, а почему? Сразу аргументы пойдут. То есть, если мы вот этот маленький шажочек, сначала свое отношение сформулируй, согласен или не согласен. Если мы его выбиваем, а просто говорим, ну-ка давай-ка аргументы за и против приводить, то это будет трудно. Как только мы идем с позиции собственного отношения, то сразу становится легко. А вот следующий шаг, это уже придумайте аргументы, продумайте точнее ваше мнение, или аргументы за обсуждаемую идею. Все аргументы должны соответствовать. И мы говорим уже, запишите три аргумента отдельными словами или фразами, пока только на уровне слов или фраз. И дальше идет тренировочное упражнение, вот такое. И посмотрите, мы как раз выбирали сюда, в эти стратегии, в тренировочные упражнения, очень непростые утверждения, там, где действительно надо подумать. Но первый это шаг опять, согласен или не согласен. Например, вот такой. Последний пункт. It is important to study all subjects at school, even if you will not need them in the future. Причем, посмотрите, пожалуйста, even if оно позволяет, you will not need. Более позднее будущего времени, потому что это уверенность передает. То же самое, например, иногда это используется. Но посмотрите, опять же, сначала говорим согласны или не согласны. Например, кто-то здесь согласится, кто-то не согласится. А потом почему, объясни. И вот эти вот объяснения, они здесь и потребуются. Вот они и появятся, три аргумента. Почему ты не согласен? Или а почему ты согласен? И вот эти аргументы будут. Или, например, но тем не менее, все равно мы здесь стараемся давать также задания и формулировки, которые близки и понятны детям. Например, teenagers should always have pocket money. Большинство скажут agree, они приведут, но здесь у нас и задание за привести. А вот, например, extreme difficulties help to build character. Вот здесь как раз труднее привести аргументы за, но здесь-то у нас уже, вне зависимости от собственного мнения, все равно надо приводить «за». То есть мы тренируемся, просто эти аргументы потом станут аргументами противоположной стороны. Вообще, коллеги, если вам нужно подробно о стратегиях аргументов, о стратегиях ЕГЭ поговорить, то посмотрите, пожалуйста, вот, кстати, коллеги пишут, хочется отметить тренировочное упражнение по разделу аудирования, составление примерного рассказа, основанного на элементах задания, значительно улучшило результат при выполнении задания «True, False, Not Stated». Отлично.
Самое главное, что именно значительное улучшение произошло. То есть о чем мы здесь говорим? Стратегии не помогут, если нет коммуникативной компетенции. Если ребенок расслаблялся и не учил английский язык, то стратегии большого плюса не дадут, естественно. Точно так же, если учителю не давали, как следует учить, он постоянно отвлекался, то потом будет трудно. Но когда коммуникативная компетенция есть, стратегии очень хорошо, правильно помогают все расставить по полочкам, сэкономить время и силы. Я проводил целую серию вебинаров, которые так и назывались «ЕГЭ – стратегии части аудирования», «ЕГЭ – стратегии чтения», «ЕГЭ – стратегии того-то, того-то», там грамма лексики, грамматики. Посмотрите, пожалуйста, это большая тема, эти вебинары есть у нас в видеозаписи. Есть презентация к этим вебинарам, поэтому все можно посмотреть оттуда. Наталья пишет, мне очень помогли стратегии по чтению. Вы знаете, вот это вот самое большое, самый дорогой отзыв, когда коллеги действительно говорят, да, мы попробовали эту книгу, и она помогла, значительно улучшились результаты. Мне помогли стратегии. То есть все, что помогает лучше у учеников разложить по полочкам какие-то задания, как их выполнять. Это очень хорошо получается. Там про чтение вообще интересные вещи есть. Там сами по себе просто упражнения тренировочные, они не скучные. Поэтому, опять же, это, знаете, ответ на возможный вопрос кого-то из коллег. Если не все дети выбрали ЕГЭ, стоит ли нам давать эти задания? Вы знаете, стоит, они не скучные. Там всегда есть основа для обсуждения, всегда есть основа для использования языка. Там работа с лексикой интересная и прочее. Но не буду хвалить. Потому что, как известно, есть такое выражение, сам себя не похвалишь, потом весь день как оплеванный ходишь, как некоторые говорят. Но будем считать, что мы себя похвалили, самое главное, что стратегии помогают. Поэтому посмотрите вебинары. Несколько еще моментов в завершение. Устная часть задания 2. Это условный диалог-расспрос. В нем надо задать 5 прямых вопросов. Обратите, пожалуйста, внимание, именно прямых вопросов, так и написано в задании. Поэтому, то есть, например, если нужно узнать о стоимости, то надо спросить «How much does it cost?» Правда же? Или «What's the price of this service?» Здесь не должно быть «Could you tell me about the price?» Мы можем начать вопрос, конечно, с «Could you tell me?», но тогда это все равно должен быть полный вопрос. Например, «Could you tell me what the price of this gadget is?» Зато хорошая новость. Можно не бояться ошибок в артиклях и предлогах, их не будут учитывать, если они не меняют смысла высказывания. И, коллеги, еще один момент. Здесь не нужно вести полный телефонный диалог, здесь только задать 5 вопросов. На мой взгляд, это несколько непоследовательно, потому что в одной ситуации в ЕГЭ, как же так, нам же надо учесть коммуникативную ситуацию, а здесь просто задали вопросы и все. Но это лучше, тем лучше детям. Хоть что-то им полегче получается. И, наконец, третье задание, там, где описание картинки. Вот здесь коммуникативная ситуация задана. Посмотрите. Imagine that these are photos from a photo album. Причем дети иногда говорят, ой, да мы у нас альбомов нет, мы фотографии не распечатаем. Но говорим, а посмотрите на телефон. Ведь там тоже есть альбомы. Правда же? Все фотографии, которые вы собрали, это ваш альбом. Вы же их храните на телефоне, в Инстаграме, где угодно. Здесь же не говорится, что это фотоальбом бумажный. Это может быть и онлайновый фотоальбом. Choose one photo to present to your friend. То есть, посмотрите, у нас есть ситуация, у нас есть адресат. Мы же не будем, например, мы подошли к знакомому и говорим, смотри, на этой фотографии я в горах. Знакомый, скорее всего, испугается и куда-нибудь от нас подальше отойдет. Мы все равно должны объяснить, почему мы вдруг с чего это решили показать эти фотографии. Поэтому нужно, чтобы было вступление. Оно может быть каким угодно. Например, look, I know that you like old buildings, so I want to show you this photo. Посмотри, какое классное старинное здание и так далее. И какое-то заключение логично, потому что если мы показали, человек будет ждать продолжения и скажет, ну а что такого? Мы должны как-то закончить. Правда же? Мы все равно ему говорим, например, ну что, понравилась тебе фотография? Или смотри, ведь правда здорово? I hope you like this photo. Или какая-то еще подобная завершающая фраза. То есть мы здесь действительно имитируем реальный разговор. ЕГЭ проверяет коммуникативные навыки. И это действительно важно. Это общее умение общения, в том числе этикетные особенности. Посмотрите, пожалуйста, на каждую фразу, на каждый пункт, там надо несколько фраз. Потому что если объем высказывания менее 6 фраз, ну, мы не уложимся. 6 фраз никак, если мы про что-то хотя бы по фразе. Помните, фраза – это не предложение. Если это простое предложение, то это фраза. А если это сложное предложение, там же несколько фраз. В любом случае мы в 6 не уложимся. И как мы уже говорили, описание должно быть связанным логическим текстом, а не просто ответом из отдельных предложений.
То есть это действительно рассказ в определенной ситуации. И обратите, пожалуйста, внимание еще вот о чем момент. Значит, так, устная часть задания. Там мы сравним две картинки, и там тоже должна быть вводная фраза. Например, мы говорим, о чем пойдет речь. То есть, I'm going to compare two photos. They both have animals in them. Я прошу прощения, ночью презентацию делал, закончил по второго ночи, поэтому пропустил, опечатался, глагол have пропустил. И в заключение подвести некий итог. Итак, мы видим, например, что хотя и то животные, но они очень отличаются. Или несмотря на то, что это разные животные, они на самом деле очень похожи. И вот мы как раз используем вот эти вот маркеры. Или to sum up, или to conclude, или finally, и так далее. То есть мы показали ввод, и мы показываем завершение. Но посмотрите, коллеги, что у нас появилось в 2018 году. Здесь мы говорим про задание 4, например, и про задание 3 тоже. Вот там, где у нас есть это, там, где у нас есть какие-то картинки, и нам нужно их сравнить. Вместо у нас была только фраза say which of the activities presented in the pictures you'd prefer. Я главным жирным шрифтом выделил. В этом году может попасться и такая же формулировка you'd prefer, ты предпочел бы, и тогда мы в ответе I would prefer this. Say which of the activities presented in the pictures you prefer, уже индикативное, наклонение не сослагательное, I prefer, и отвечать надо также. И еще может быть вариант you preferred as a child. Что я сделал бы? Я бы на вашем месте взял бы любые задания из открытого банка заданий, напомню, это на сайте FIPI, и просто какие-то задания поправил бы именно в таком ключе. Вместо you'd prefer, you prefer, you preferred as a child, и коротко проговорил бы с детьми, а чем тогда ответ будет отличаться? Только ли I would prefer, но ведь там же я их не делаю, и сказать-то можно, хотя я никогда не пробовал, я предпочел бы вот это. Либо мне нравится вот это больше, чем то, либо когда я был ребенком, мне нравилось вон то, и мое мнение не изменилось, или а сейчас я думаю совсем по-другому. Что предпочтительнее, британский английский или американский английский? Будет ли разница оценки экспертам? Нет, разницы никакой не будет, коллеги. Более того, у нас в 80-х годах исчезло из требований, из программных требований использовать британский вариант. Если вы послушаете аудиозаписи ЕГЭ, реальных заданий, то там и американский часто звучит. Поэтому, коллеги, как бы ваши ученики ни говорили, британский у них английский, американский английский, абсолютно все будет защитно. Главное, чтобы без ошибок говорили. Желательно, конечно, постараться не смешивать два варианта в одном ответе. Потому что, ну, бывает иногда, дети начинают путать. Поэтому, если у вас, например, есть ученик, который предпочитает американский вариант, пусть говорит. Даже если спеллинг американский использует, тоже ничего страшного. Главное, чтобы это было consistent, как говорится. Это, кстати, в международных экзаменах то же самое пожелание или рекомендация. Причем, если это раньше было жесткое требование, например, мы пишем color через OU, и везде должно быть color через OU, и через OA не должно быть, и favorite тогда уже британское. То есть вот эта вот consistency должна соблюдаться. То сейчас это вообще уже даже не как требование, а как рекомендация общая пишется, например, в TOEFL, в кембриджских экзаменах. Абсолютно допускается. Поэтому и здесь то же самое. Чтобы не засчитали за ошибку, лучше использовать весь вариант один и тот же, единый вариант во всех ответах своих. Но можно использовать и то, и другое. Так что здесь все в этом плане просто. Так, коллеги, ну что ж, мы движемся к завершению. Посмотрите, пожалуйста, сколько на самом деле есть пособий у титула тоже для подготовки к ЕГЭ. Это и устная часть, 160 заданий, огромное количество. А это и тренировочные тесты, 5 полных тренировочных тестов Елены Николаевны Соловой, это красная книга. Вот книга «Английский язык. Письменная часть. Экзаменационные стратегии». Тоже Елена Николаевна Соловова. Здесь и стратегия, и два тренировочных теста. И ЕГЭ «Типичные ошибки в ЕГЭ. Как их избежать». Евгения Владимировна Костюк, тоже известный автор. Здесь как раз объясняются, разбираются типичные ошибки, и здесь тоже тренировочные задания. Причем, посмотрите, на всех этих книгах сверху есть QR-код. То есть эти книги можно, к ним аудиоприложение скачать абсолютно бесплатно. Если вы зайдете на сайт englishteachers.ru в интернет-магазин, то вы в каждой аннотации книги вы найдете еще и ссылку, по которой скачать. То есть даже не приобретя книгу, вы уже можете аудио скачать. А внизу три книжки – это небольшие тренинги по словообразованию для ЕГЭ, но там берутся примеры из художественных произведений. На реальном ЕГЭ тексты не из художественных произведений,
Но здесь просто взяли простые примеры, именно простые примеры, но с хорошей стилистикой, чтобы дети учились все-таки на контекст тоже внимание обращать. А еще вопрос. Правда ли, что обязательно ЕГЭ по английскому будет облегченный по заданиям? Вы знаете, речь идет вот о чем. О разделении ЕГЭ обязательного, который, напомню, с 2022 года должен стать для всех обязательным по иностранным языкам, на два уровня. На базовый уровень и на профильный. Базовый уровень, как говорят, планируют ориентировать на ВПР. Поэтому вот ВПР, как в 11 классе писали, говорят, что базовый уровень будет похож, приближен, как говорят аккуратно. Поэтому возьмите книгу «Стратегии ВПР», возьмите посмотреть тренировочные тесты голову по ВПР, может быть, пригодится. А вот повышенный уровень, он не будет проще, он посложнее. В 16 году проходили пилотирование варианты заданий базового и повышенного уровня. И в повышенном уровне использовали задания интегрированные. То есть Integrated Reading and Listening. Это тот формат, который используется сейчас на Олимпиадах. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, у Титула есть целая новая серия книг Olympiad Builder. Мы ее начали с сентября выпускать. Вот сейчас ждем из типографии еще Олимпиады чтения, автор этих книг Артем Петрович Гулов. И там можно найти многие форматы по уровню сложности, которые, я думаю, что не сильно будут отличаться от того, что предлагалось, по крайней мере, на повышенном уровне. Но вы знаете, одно дело предложить, что будет дальше, тоже еще вопрос. Точно так же, как в прошлом летом все говорили, что вот-вот будет новая концепция преподавания иностранных языков, этой концепции нет, про нее говорить перестали. Затем пытались в сентябре ввести новый в ГОС, потом сделали попытку новых в ГОСов ввести в мае, опять не получилось. И сейчас говорят, ну сейчас будет большое обсуждение и прочее. Поэтому, коллеги, вы знаете, то же самое, что с экспертизой учебников, внезапно назначили дополнительную экспертизу, она прошла с очень большими регламентными нарушениями собственных министерских документов, поэтому там сейчас чуть ли не досудебных процессов. Насколько вообще эта экспертиза может быть в принципе защитна, тоже очень большой вопрос, что бы про нее не говорили. Поэтому я думаю, что сейчас многое может измениться. В том числе, как мы, ну, посмотрим на то, изменится ли что-то в кабинете министров, не изменится ли. Я думаю, что лето очень серьезно нам покажет, каким будет федеральный перечень и когда он будет, каким будут экзамены, форматы. То есть нас сейчас ожидают перемены, так или иначе. Давайте посмотрим на то, какие они будут. Мы с вами можем готовиться. Нет, с 22 года ЕГЭ обязательно, не с 20-го. А почему? Потому что по ВГОС ЕГЭ обязательный по иностранным языкам, это требует ВГОС до старшей школы. А в ГОСы вступают в действие только с 22 года. А вот ОГЭ с 20-го, но обратите внимание, никаких подписанных документов о том, что ОГЭ будет обязательным по иностранным языкам, пока еще нет. Об этом говорил глава Рособранадзора, об этом говорил министр образования. Более того, в ряде регионов собираются ОГЭ по иностранным языкам в пилотном режиме уже в следующем году делать как обязательно, поэтому еще раз обратите внимание на мобильный тренажер. Он вам очень-очень, главное, что вашим ученикам пригодится. Работает тренажер, работает ученик, учитель в это время может помогать проверять тетради или даже просто хотя бы 5 минут подышать спокойно, что уже иногда бывает большое счастье, особенно в конце длинного рабочего дня. Правда же? Поэтому, коллеги, давайте мы дождемся все-таки письменного приказа, опубликованного о том, что ОГЭ будет обязательной, но в ряде регионов в пилотном режиме уже в 2019 году хотят сделать. Так, какие у нас еще были комментарии? Ну, вроде бы мы заканчиваем. Я вам сейчас дам ссылки на... вот, кстати, пособие по ВПР, которые позволяют представить, каким может быть базовый уровень ЕГЭ. Следующий, поэтому посмотрите, они все стоят порядка 100 рублей, эти книги, они небольшие, но посмотрите, левая книжка, там стратегия и тренировочный тест, а справа просто три тренировочных теста, поэтому можно что-то попробовать поделать. И обратите внимание на интернет-магазин на englishteachers.ru, там есть не только книги Титула, там есть игры по английскому языку, начиная от, там есть игровые карточки, настольные игры, есть художественная литература на иностранных языках, и не только, кстати, на английском. И методом чтения Ильи Франко, и оригинальные книги британские появились. Есть книги для самых маленьких, развивающие на русском языке, книги с наклейками по педагогике, есть пособия и курсы. То есть можно многое. Так, насчет приказа. Вы знаете, коллеги, трудно сказать, когда ожидать приказ. Мы его ждем довольно давно, потому что в интервью об этом говорится давно, но пока никак не можем дождаться. Давайте мы сейчас дождемся кадрового решения вообще
Будет ли у нас прежний министр образования, будет ли новый министр образования, это на этой неделе уже может решение появиться. И тогда, я думаю, что станет более понятно. Где можно найти информацию о регионах, где в пилотном режиме ЕГЭ будет? Коллеги, вы знаете, насколько я знаю, единого списка пока еще тоже не опубликовано. Я бы зашел бы на сайт регионального управления образования или Министерства образования, как оно называется. Посмотрите там, я думаю, что там, скорее всего, эта информация уже может быть. Главное, чтобы нам в сентябре это сюрпризом не стало. Но, по крайней мере, я вам показал, с помощью чего можно готовиться. Я поэтому вебинары закладывал материалы на следующий год, на которые стоит обратить внимание. Вообще, вы знаете, вы зайдите на englishteachers.ru в магазин, там есть отдельная категория слева в списке «Контроль и экзамены». Посмотрите страницы из этих книг, скачайте аудиоприложение себе. Вы можете спокойно летом на это на все посмотреть, принять решение, что вам нужно, что вам интересно. Поставьте себе бесплатную версию мобильного тренажера по ОГЭ. Если у вас сейчас ученики ОГЭ будут сдавать, скажите им, что и платное тоже есть. В конце концов, вот на это родители не ругаются. Это не предложение купить учебники. Коллеги, да мы даже учебники бесплатно даем. Кстати, забыл сказать, у нас же объявлена апробация с бесплатным получением учебников. Поэтому, если вы хотите получить бесплатно учебники на один или на несколько классов, заходите на investitors.ru на форум, там есть объявление об апробации, вам там скажут как. Ну что ж, коллеги, мы движемся к завершению. Кстати, у нас конкурсы регулярно в социальных сетях проходят. Вот сейчас мы большой конкурс проводим с Москвой, с кафедрой иностранных языков Московского института открытого образования. Теперь он называется по-другому последние месяца два. С независимой ассоциацией педагогов. Но это для учителей Москвы и для детей Москвы, для школьников. Но посмотрите на этот конкурс, потому что... То есть, если из других регионов пришлют работы, они вне конкурса у нас пойдут, мы можем какие-то призы выделить, но это вне конкурса. Но мы такие же идеи, если довольные учителя будут Москвы, мы такие же форматы сможем и в других регионах провести. Ну что ж, коллеги, мы заканчиваем. Я сейчас вам должен дать информацию о том, как получить сертификат, поэтому я вас попрошу, вы сейчас сертификаты получите. Коллеги, а есть ли кто-нибудь, кто у нас впервые в вебинаре участвует? Или вы уже все опытные люди, и это далеко не первый вебинар. Если кто-нибудь впервые, напишите, пожалуйста, я впервые. Я напомню, мы с вами смотрели только на те тонкие моменты, которые нам могут пригодиться на экзамене. А вот, есть у нас Анна впервые, Татьяна впервые. Коллеги, тогда вот у нас информация. Посмотрите, вы заходите на сайт englishteachers.ru. Подождите, я вам сейчас на экран выведу информацию о том, как сертификат получить. Одну секунду. Так, если я не найду, то я просто скажу тогда. Я сейчас пытаюсь найти, коллеги. Тогда делаем так. Вы заходите на сайт englishteachers.ru. Неверный код пишет. Давайте мы еще раз проверим. Так, коллеги, сейчас я вам даю другой код, я прошу прощения. Это я, похоже, не то скопировал. Виноват, исправляюсь. Давайте проверим. Сейчас код правильный, посмотрите, пожалуйста. Итак, вы заходите на сайт englishteachers.ru, коллеги, для тех, кто впервые. Вот либо по этой ссылке проходите, которая у вас есть, либо заходите, замечательно, значит, все у нас сработает. Заходите по этой ссылке, вводите, нажимаете кнопку «Получить сертификат», «Проверить код», вводите код в окошечке, затем у вас открывается окошечко, вы вводите вашу фамилию, имя, отчество, не перепутайте фамилию с отчеством, иначе у вас неправильно порядок будет на сертификате. И нажимаете на кнопку «Сгенерировать». У вас появляется сертификат, откроется перед вами в браузере, но он автоматически по электронной почте еще будет отправлен в PDF на тот адрес, который вы укажете. Вот, ну что ж, коллеги, если у вас других вопросов нет, мы на этом заканчиваем. Я надеюсь, что, в общем-то, мы с вами посмотрели на все тонкие моменты, на эти новости. Я предлагаю вам поставить мобильное приложение «Тренажер по ОГЭ». Напишите, пожалуйста, или оценку ему поставьте, или комментарий напишите, что нужно сделать, что вам поможет. У нас вообще целая серия планируется тренажеров, и по ЕГЭ, кстати, тоже мы готовим тренажер такой же к выпуску. Я думаю, что мы его в ближайшие дни 10, надеюсь,
мы его сможем опубликовать и дадим об этом информацию. Поэтому заходите на форум englishteachers.ru, там нового немало интересного появляется. Все, спасибо, уважаемые коллеги. Мы на этом заканчиваем вебинар. Я буду его повторять в 5 вечера, поэтому если кто-то из ваших коллег, вы считаете, им будет полезно, скажите им, пусть приходят на вебинар. Ссылка будет, как всегда, на englishteachers.ru на форуме. Они смогут присоединиться, и мы обсудим эти вещи, эти все моменты еще раз. Спасибо, уважаемые коллеги. До свидания. Мы вебинар заканчиваем. До свидания.